Москве. Сейчас особо долго находиться. 150. А при доставании земки вот 151? Конечно, не ожидали, что 309 микрорентген будет, потому что в прошлый раз были ниже показания. Под верхним слоем мыла. Да, и при этом отметим, что мы копнули здесь буквально на 10 сантиметров, получается. Здесь 10-15 сантиметров. Во время строительства без специальных каких-то операций для создания условий для того, чтобы все, что здесь находится, вся радиоактивная грязь не пылила, не поднималась с аэрозолями, не происходило ветрового подъема и так далее, нужно обеспечить это какими-то мероприятиями специальными. Если это обеспечено не будет, ну да, будет загрязнение. Загрязнение распространяется примерно на 100 километров в радиусе. Такую видела когда-нибудь? Нет. У меня здесь дети, у меня есть родители, у меня здесь проживают и близкие друзья. То есть по факту вся жизнь, да, наша здесь проходит. И непонятно ничего, как это будет происходить. Дело в том, что наличие этого могильника и опасность тем, кто занимается строительством, не признаются. Но это, очевидно, небезопасно, да, для проживающих здесь людей. Строительство опор у нас взяты были пробы как поверхностные, так и глубинные. Под опоры, так как будет сваи до 6 метров, до глубины 6 метров, под инженерное сооружение, которое водосток и так далее, до 12 метров. Все в рамках, в пределах допустимых норм. 0,20, 0,25, 0,15, 0,18 микрозиверт.